Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции видеоурока следующая. Острая боль в селезенке поджелудочной железе. Это тревожная боль. Почему? Потому что вообще-то иньские органы, мы говорили уже в одном из видео, они не болят. Они тяготят, они ноют, они тянут. Они, скажем так, вот, боль может быть камнеобразная, скажем так, обширная боль. Потому она всегда тяготит человека. И вот если у человека очень часто не воспаляется, а проявляется острая боль селезенки поджелудочной железы, то тонизируя точку ВБ21 дзянь-дзинь, мы можем что? Успокоить данную боль. И помните здесь, хотелось бы подчеркнуть, что точка ВБ21 находится в очень простом, доступном массажном месте, где вы можете даже до прибытия скорого врача, либо посещения поликлиники, либо перед постановкой диагноза вас атакуют эти острые боли поджелудочной железы, селезенки, что оказывать на точку внимания. Вот, пожалуйста. Дойдя до поликлиники, либо прихватила эта боль, вы можете лечь на диван, скажем так, сесть в кресло, промассажировать данную точку, ну и дождаться врача, послушать его советы, вердикты и сделать умозаключение. Но помните, что через точку В21 методом активизации, тонизации, мы можем что? Убрать острую боль селезенки поджелудочной железы. Спасибо за внимание.